Твиттер оказался недоступен. Сервис микроблогов Твиттер оказался недоступен. При попытке зайти на главную страницу сервиса отображается техническая ошибка. Спасибо за сообщение о неисправности. В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние, говорится на сайте. По данным ресурса DevDetector, неполадки регистрируются в США, в странах Европы и Японии. О сбоях сообщают и многочисленные пользователи из России и с Украины. Большинство жалоб касается веб-версии сайта. Также неполадки регистрируются в приложении Twitter для Android. Дипломатический канал Трампа для связи упал, иронизируют американские пользователи. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.